Да. Сейчас. Контрольная точка. Так, Виктория Сергеевна, вы не будете против, если я буду снимать? Да, пожалуйста, пожалуйста, конечно. Даже лучше. Сегодня у нас Нива. Сейчас посмотрим. Так. Где грязь? Так, сейчас посмотрим, что тут. Так, надо, значит, спокойно, на первой скорости. Выберемся ли мы отсюда. Так, сейчас посмотрим, что тут вокруг. Выглядит как-то страшновато. Это уже лужи не назовешь. Это, мне кажется, и есть болото. В летнем поле вообще наткнуться на такое болото, честно говоря. Я надеялась отделаться каким-то небольшой рубцовочкой. Что меня назовешь ты любимой своей? Мы с Викторией Сергеевной застряли намного серьезнее, чем мы думали, вызвали помощь. Вот они сейчас приехали, помогают нам вытянуть нас. Надеюсь, сейчас получится. Не зря же мы вон там переднее колесо сапогами отдавливали. Это было очень трудно, если что, и очень приятно. Просто я вся в грязи, Виктория Сергеевна тоже уже вся в грязи. А мы снова едем в грязь, да? Не, я хочу там чуть подальше проехать. Мы уже в болоте, в большом. Тут я уже боюсь, я выйти из машины не смогу вам показать. Она там ходит. Так, участок под вырезку, Кристина, попробуй туда вот так лечь и пройти через ту сторону вырезки. Это получится, чтобы ты все-таки вышла из машины. Давай я положу камеру. Не вернуть одной мне.
пиджака сейчас полностью. Я вешу побольше вашего. У меня ноги тонут, я там не пройду, а эта нога у меня, чем дольше даю, чем дольше буду. Слишком поздно мы повстречались. Ну, в грязь, конечно, уйдет сапог, но... Там прям вообще же вижу, у меня ноги тонут, я там не пройду, а эта нога у меня, чем дольше даю, чем дольше буду. За машину держись. Как же мне одной осень пережить? Лидия? Сейчас попробую помочь, но я сомневаюсь, что из этого что-то выйдет. Ну, раскачать. У нас времени нет сил, чтобы даже ее раскачать, хотя бы немножечко. Прям в центре этой грязи, этой лужи, про которую я вам говорила. Вот теперь я уже надеюсь на то, что у нас получится выехать, потому что третий раз застревать я не хочу. Вот такая там грязища. Не дает уснуть ночкой темною. Не сошлось у нас, не заладилась. Не любовь была. Все в грязи. Прекрасный день, прекрасно покатались. Я как Аркадию, танцую сводик и дию. Мне нужен амфетамин, девочка рекетир. Я оплатил.